Сегодня утром на северной окраине Екатеринбурга, неподалеку от станции метро «Машиностроителей», у прохожих от дикого гула и шума уши в трубочку заворачивались, а из-за бетонного забора промзоны на углу проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых бригад расползался по округе конкретный запах газа. Поначалу очевидцы кивали в сторону ЗИКа, но на заводе имени Калинина в ответ сообщили о том, что у них все норм, трубы не свистят и никаких запахов не источают. Позже на Уралмашзаводе в комментариях порталу Е1 сообщили о том, что это на их промплощадке газовики планово обслуживают трубу большого диаметра и высокого давления. Из-за того и оглушающий шум из-за забора, который, вероятно, в ближайшие дни повторится и не раз. Технические испытания газовой трубы продлятся еще неделю.